Решить экономические и социальные проблемы региона призвана комплексная программа развития Чувашии. Разработкой проектов занимается Высший экономический совет республики, в который вошли депутаты Госдумы России и Госсовета республики, эксперты экономики и социологии, предприниматели. Очередное обсуждение прошло сегодня в режиме видеоконференц-связи. От сокращения численности населения Чувашии до изношенных дорог и мостов в регионе целый комплекс общеэкономических и социальных проблем. Оценкой состояния республики Высший экономический совет начал заниматься в конце февраля. Он был создан по инициативе в РИО главы Чувашии Олега Николаева. Цель у нас простая. Цель у нас обеспечить через рост экономики, повышение наших возможностей по улучшению жизненных условий и качества жизни населения Чувашской республики. Чувашии необходима четкая, понятная и осуществимая программа действий. Только так удастся вывести регионы из кризиса, который достался в наследство нынешнему руководству. Предлагаю включить еще Высший экономический совет руководителя Яндекса. Я с ними переговоры провел, они готовы войти в эту работу. И у них такой взгляд масштабный. Это одна из крупнейших компаний мира. Они, кстати, и хотят в Чувашии реализовывать некоторые проекты. Программа комплексная и должна охватывать все сферы жизни. Предложения и инициативы сейчас собирают и от районных администраций, от депутатов, предпринимателей и жителей Чувашии. Отклика, среди которых было очень много хороших, содержательных, поэтому мы их тоже включили как предложение жителей. И у нас получилось так больше 100 предложений, все-таки это уже некоторая выборка. Хотя я попрошу этот процесс продолжить, может быть, сейчас его чуть даже активизировать. Главным итогом работы совета должны стать реальные проекты, которые поднимут экономику и создадут новые рабочие места. Ирина Волкова, Алина Сусметова, Игорь Зверев. Республика.